Всем доброе утро! Сегодня выходной у меня. Богдан на работе, но он сегодня поехал на чуть-чуть. У меня такие уши растопырены от этой маски. Кошмар. Вот, мы с Джекисом дома. Покажись, где ты тут? Где ты? Ну, куда ты убегаешь? Покажись. Всем привет, скажи привет, 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 привет. Джек уже ждет еду. В общем, я ему сегодня решила сделать... У вас есть такая штука, конг называется. Вот, туда внутрь запичкать смесь. Вчера делали селедку под шубой, у нас осталось чуть картошки, морковки вареной. Я подумала, я сегодня не буду, наверное... Вот, пищит. Я сегодня, наверное, не буду доделывать до конца вторую часть этой селедки, потому что как-то много, наверное, будет. Вот, а Джекису сделаю, сейчас я вам покажу. Вот, такая смесь. Я тут смешала морковку, картошку. И так как она была в холодильнике, я ее чуть-чуть залила горячей водой. Она такая комнатная температура. Вот. И сегодня я на завтрак ела бутербродики. И осталось колбаски чуть-чуть. Не доела бутерброд. Я подумала, что вот еще закину Джекису. Так что сейчас этот молодой человек будет кушать вкусняшку. Да, ты уже пальцы облизываешь. На, пожалуйста, оближи. Что тут такого интересного, что тебе прям понадобилось? Все, ничего интересного? Будешь кушать? Ай, ай, хороший, ай, хороший. Ну что, Джек уже готов получить пищу. Я от греха подальше скрутила ковер, потому что я боюсь, что вся эта смесь, которую я туда засунула, будет на ковре. Вот такая штука получилась. Сюда засунула картошку, чтобы ему было тяжелее немного достать. С этой стороны морковки. Внутри все смешано вместе с колбасой и этой штукой. Джек уже все. Ты прыгаешь уже? Идем, я тебе дам. Идем. Сейчас он будет тут заниматься. Держи. Ну что, привет, тебя еще не было сегодня. Привет. Богдан вернулся с работы, мы едем... И спал. И спал, и заснул. Немножко заснул, отдохнул. Но зато поспал, отдохнул. Разбудили крепкие поцелуи Джека. Да, причем Богдан сначала... Ой, Богдан перепутал. И вот Джек начал в ухо лизать, а Богдан перепутал со мной и говорит, ну, Буся, говорит, перестань. Ой, смешной ты. В общем, мы везем этого нытика. Эй, Джека! К маме с папой. Да. Ну, как обычно. Вот, а сами поедем в магазин. Съездим в торговый центр, погуляем, так посмотрим, что происходит. Вот, завтра собираемся побыть дома побольше. Как-то не хотим сильно никуда ехать, а сегодня так погуляем по магазинам. Ой, камера трясется, ладно, буду. В общем, рука устает даже держать. Буду выключаться. Богдан наглядно демонстрирует, как по факту маску носить, но при этом лицо не задействовать. Если тебя сейчас полиция остановит, то по факту маска-то есть. Она на шее, на лице. Да, как бы она присутствует примерно на том месте, где должна быть. Вот, поэтому как бы все. Ну, намордник. Ну, это морда. Ты одеваешь морду. Ой, мы только что отдали Джекиса родителям. Со скандалом. Потусовиться. Со скандалом. В общем, так темно, что уже ничего не видно. Вот, он там кричал, пищал, чтобы его быстрее опустили. Вот, и сами едем в торговый центр. Мы садимся кушать. Моя любимая сделала вот такие котлетки с гречкой и... Что овощи, это? Овощи замороженные. И замороженные овощи, да. Но, все... но за час она сделала все это, плюс она сделала блины. И еще здесь стояла огромная... Не надо, не гора посуды. Но много очень посуды было. В общем, вот это.
И вот все вот это. И все это она сделала за час. Ой, вот мы съездили в магазин, чуть-чуть погуляли, не хотели поздно возвращаться домой, поэтому половину магазина обошли, а вторую половину решили на потом. На завтра оставили. Ой, в общем, купили там, чего мы купили в магазине, чего там не доставало. Мы захотели, может, булочки в какой день испечь. Вот, линзы мне купили. Купили, у меня в ботинках шнурки порвались. В общем, мы ходили в магазин оригинальный Тимберландов, спрашивали, есть ли такого светлого цвета шнурки. Они такие посмотрели, сказали, не, у нас такого не бывает. Богдан поржал, сказал, как это так, привозят обувь светлую, а шнурки на светлую обувь привезти. В общем, в этой Литве ничего не найдешь, так что если хотите приезжать к нам, запаситесь. Все большими терпением. Комплектами и терпением, да. Ну, так, в общем, шнурки купили в другом магазине, их не отличить от оригинала, так что... Ой, смешно. Давай будем кушать. Ну что, мы уже вкусно покушали. Покушали десерт блинный. Богдан тут ходит, выключает всю нашу иллюминацию. Пока тут по всему дому пройдешься, выключишь. Полчаса пройдет, забудешь, что еще осталось. Это еще свечки сегодня не горели. Кстати, мы не зажигали. Вот, так что мы покушали. Там вкусненько. Включено, да? Ага, вроде. Угу. А у Джека на домике мы не включали, да? Не это. Джек что-то решил сегодня спать у себя там. В своей комнате. Идет, нет? Сейчас придет. Ну, когда уляжемся поудобнее, он придет и нас растолкает. Ну. Вот, так что будем мы отдыхать кем. Отдыхать, спать. И спать. Это хорошее слово и действие. Что ты тут взял? Мягкую игрушку с собой. О, да, это мягкая и теплая игрушка. Ну все. В общем, мы выключаемся. Пока-пока.